Как должны быть установлены тарифы, чтобы не разорить жителей? На этот вопрос ищут ответ депутаты-единороссы. Жители в основном жалуются избранникам народа на формирование платы за электроэнергию для сельхозпроизводителей и садоводческих товариществ. Беспокойство вызывает и ближайшая перспектива высокой платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Напомню, предельный тариф установлен в размере 104 рубля на каждого члена семьи ежемесячно. Переход на систему запланирован с 1 июля. Депутаты рассмотрели возможность вынести на федеральный уровень законодательную инициативу о снятии НДС с вывоза мусора как с вида экономической деятельности. Эта мера позволила бы уменьшить размер тарифа для жителей. Также депутатов интересует вопрос, почему сумма за вывоз мусора в разных по удаленности муниципалитетах существенно отличается. Вот этот разброс, он сам по себе уже удивителен. Ну как может быть 55 рублей и 820 рублей за одно и то же действие? Я понимаю, далеко у кого-то находятся, например, точки вывоза, там какие-то другие вопросы. Когда на территории одной небольшой области отличается цифра почти в 20 раз, это говорит о том, что что-то тут не так. Поэтому мы и приняли сегодня решение, что у нас депутаты по своим округам все эти цифры затребуют. И мы на комитете по ЖКХ будем анализировать эту ситуацию.